Добрый день, друзья. Как говорится, мир тесен у моряков. Один мой подписчик посмотрел мое видео, что я сейчас, можно сказать, ну, я не работаю в шипьярде, но нахожусь в шипьярде, получаем танкер мы. И он увидел знакомые виды, когда я проезжал мимо гостиницы Hyundai. Да, около шипьярда их. Ну, это он специальный для тех, наверное, как вот для судовладельца или для экипажа. Вот я приблизил. Как там внутри, я не знаю. Тоже столовая, как номера выглядят. Еще один мост. Приближаемся дальше. Вот-вот и уже позади бессонные ночи. Спали мы в одной каюте втроем. Еще один Hyundai. Еще один отель. Само отель, вот написано. Hyundai Samo Heavy Industries Co. Ltd. Здесь они также строят суда. Ну, высокоразвитая страна, что сказать. Чего мне только не... И Hyundai Samo Shipyard. И говорит, так елки-палки, я тут получаю тоже танкер. Я говорю, так сними мне что-то, и как бы мы с двух сторон понаблюдаем. Ты покажешь, что у тебя творится там, а я покажу, как ты выглядишь снаружи, когда мы едем на машине. Ну что ж, что у нас получилось, смотрите, он прислал мне видео, я немножко отредактировал. Встречайте. Вот так моряки узнают друг от друга в YouTube. Я на одном шипьярде Дайхан, а он на Samo, Hyundai Samo. Следующее утро мы поехали к себе на работу. И с правой стороны увидели его шипьярд, где стояла куча машин с железными листами, из которых делают танкера и остальные пароходы. Такие же я взял когда-то на балке. Ну вот мы видим Powered by Natural Gas. Конечно, интересно было посмотреть, что там внутри. Там, кажется, два парохода, дальше вышки строят. И вот он мне прислал видео, сам написал комментарии. Это обычный танкер типа Aframax, но в связи с изменениями, которые вступят с 2020 года, этот танкер может и будет работать на метане. Главные дизель-генераторы и котлы, кроме привычного нам жидкого топлива, мазут, дизелька, будет еще дополнительно иметь и подвод газа. Газ будет храниться в двух небольших по 850 кубов танках, которые расположены на главной палубе перед надстройкой. Штука не очень практичная, так занимает много пространства перед настройкой, но и в машине тоже стоит дополнительное оборудование по газоподготовке. Также дополнение к этому, чтобы соответствовать Tier 3 для снижения выбросов NOx, стоит установка SCR, селективной каталитической нейтрализации, которая занимает ну, очень много места в машине. Я думаю, что у вас то же самое. Ну и установка обработки балластных вод, без которой сейчас никуда. Swinray's Ballchlor Ballast Water Management System is developed on the basis of land-based electrolytic technology. Principle of this system is to electrolyze seawater onboard directly to produce high-concentrated sodium hyperchlorite solution for disinfection. Система обработки балластных вод у нас есть, а этой системы пока еще нет. Comply with all SOx emission limits while using HFO, rather than switching to a more expensive fuel. Pure SOx is available for all sailing profiles, in open loop, closed loop, and hybrid arrangements that can handle multiple exhaust gas sources. When running in open loop mode, the system is fed by seawater, which is pumped from the ship's sea chest to the scrubber system.